Идеальная стойка за 10 минут. Звучит фантастически. Сколько есть людей, которые ищут свою правильную стойку, свой ровный и точный удар? Вопрос номер один у всех игроков. То, что я увидел на недельном тренинге Алана Трига, меня крайне удивило. Но не только меня, но и участников тренинга, среди которых были мастера спорта, международники и призеры чемпионатов Европы. Мы тестировали на себе систему Sight Right, что дословно переводится как «правильное видение». Суть ее в том, что система выравнивает видение линии удара на шар, создается условие игроку для правильного подхода на удар, а правильный подход формирует правильную стойку. Система настолько самодостаточная и простая, что в это нелегко поверить, пока не попробуешь сам на себе. Это специальный кий. Если он будет направлен не так, как вы видите, линии будут преломляться. Когда видишь правильную линию удара в шар и заходишь на нее, то ноги, руки, плечи, спина будут располагаться самым естественным и удобным образом. По этой системе тренировался действующий чемпион мира Марк Уильямс. Эта система запатентована, фотографии и видео нельзя выкладывать в сети, поэтому я о ней всего лишь могу рассказать. Как говорит сам Алан, за 10 минут работы можно достичь того, чего нельзя добиться за месяцы тренировок даже с тренером. Этот принцип я уже включил в свой тренировочный процесс, а также в программу тренировок для учеников. Например, возьмем моего знакомого мастера спорта, который всю жизнь искал свою лучшую стойку. Но когда он стал тестировать себя по этой системе, оказалось, что его подход неправильный, и его стойка поэтому не работала. И благодаря Sight Right подход поменялся, локоть выровнялся, положение кисти поменялось в естественное состояние. Он занимался по этой системе на протяжении недели тренинга по 10 минут в день. Для него случилась революция. Когда он встал в правильную стойку, то у него в памяти освежились состояния и ощущения, при которых он побеждал, когда играл в молодости. Ведь часто такое бывает у игроков, что они утрачивают свою стабильную игру и результативность. Основные ответы лежат в стойке и в технике. Буду очень благодарен любому вашему вложению в новые видеоуроки. Предлагайте темы.